А ванная у нас между ламинатом и плиткой. Посмотрите, какой переходчик. Вообще миллиметраж, даже муравей не проскочит. Взлетаем и залетаем. Сразу нас встречает вот такое вот зеркальце. Сейчас я вам включу. Вот он, тут включается. Чпок. Душевая кабиночка, плитка идет наполовинку. Вверх не идет. Для чего тут везде плитка, да? Если можно сделать без плитки. Внизу, где мокрые зоны, где можно немножко намочить, либо здесь намочить, идет везде плитка. И все. Каменная столешничка, вставная раковина. И чудесным образом можно проводить время. А весь дом оснащен умной системой подогрева. Видите, как мигает красиво. Устанавливаешь градусы. Буквально час-два и тепло.